Компания ВПК-подшипник представляет вашему вниманию шариковый, радиальный, однорядный корпусный подшипник UEL-207-2F-AG, изготовленный на заводе шведской корпорации SKF в Италии. Подшипник укомплектован эксцентриковой закрепляемой шайбой. Наружное кольцо у подшипника сферическое, с отверстиями под смазку. Подшипник закрытый с обеих сторон металлическими, а также резиновыми уплотнительными кольцами. Заполнен смазкой и в дополнительной смазке, нуждается в зависимости от режима работы. Размеры подшипника. Внутренний диаметр 35 мм. Наружные сферы 72. Высота подшипника в сборе шайбы 51,1 мм. Подробно об этом и других подшипниках на сайте компании, куда вы сможете перейти по ссылке ниже видео. ВПК-подшипник. Только оригинальный товар.